года 180 килограммов поднимал Рамазан Расулов. И в этом же году он выиграл чемпионат Европы среди молодежи до 23 лет. 170. Тогда показал Рамазан в рывке. Держать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что ж, очень близок был Рамазан Расулов, чтобы зафиксировать этот вес. Давайте посмотрим замедленный повтор. Да, обидно, обидно, потому что в случае успеха мог побороться в сумме. Ну, впереди толчок, главное не раскисать. Да, но вот такая неприятность во втором.